Предлагаю посмотреть, как выглядит один день из жизни котят. Пока мама-кошка была на улице, бабушка-кошка присматривала за котятами. Несмотря на то, что старая кошка бывает ворчливой, она все равно помогает маме кошки вылизывать котят. Вот там. В тесноте да не в обиде, похоже, вместе просто веселее. Иногда можно сменить обстановку и покормить своих котят на кровати хозяев. Thank you.
Поели, можно и поспать. Поели, поспали, можно и поиграть.